Осенняя ярмарка с раннего утра привлекает множество людей. В палатках представлены как продукты питания, так и рукоделия. Мастера и ремесленники, работающие с природными материалами, удивили гостей своей уникальной продукцией. Мы искренне рады приветствовать вас, участников, всех участников, гостей, участников фестиваля, а также гостей. Сегодня на фестивале принимают участие заготовители Бурабайского района, Буландинского, Сандыртауского, а также представители Северо-Казахстанской области, Карагандинской и Кустанайской. На данном фестивале будут проходить сегодня различные конкурсы, поэтому всех гостей попрошу принять активное участие. Также хотелось бы сказать, что данный фестиваль «Алтынфест Бурабай» мы будем проводить ежегодно, увеличивать его масштабы. Бурабайская ярмарка традиционно проводится каждый год. Число желающих принять участие в ярмарке постоянно увеличивается. Причина в том, что у участников есть возможность обменяться опытом, поделиться мнениями. В этом году весной я получила по государственной программе «Бизнес Бастау» грант и купила сушильные аппараты. И открыла ИП, фруктовые чипсы и пастила. Все приготовленное из натуральных продуктов. Полезная, потому что в них нету добавок, нету ГМО, нет красителей, поэтому они полезны и взрослым, и детям. Среди гостей фестиваля туроператоры из Караганды, Костанай, Мангистау, Павлодара, Северного Казахстана, Нур-Султана, Алматы и Кокшетау. Помимо фестиваля они приняли участие в инфотуре, а также во встрече B2B для продвижения отдыха в предстоящий зимний период и межсезонье. В результате туристский информационный центр «Визит Акмола» подписал меморандум с туроператорами из других регионов. Анель Бисенбаева, Айжан Актаева, Дархан Сагын, Жахангер Мукамбетов, Кокши Акпарат.